вами. Душа огромная, как море, дыша, как ветер над вулканом, вдыхает огненное горе над раздаренным раем вам, как жертвенное счастье, как сладкое мучение в народной гибели участия, с тенями скорбными общения.
Я сказал, что я думал, что во мне столько эмоций сейчас, я не знаю, потому что я не хочу эту трагедию в современном искусстве переводить на какие-то сентиментальные вещи, там, убийства или что-то. Война с культурой есть будущее. Это будущее, я представляю, один из немногих людей, которые представляют здесь. И на самом деле, я всегда говорю, ни одна смерть не может быть лучше, чем живая наша вот эта природа, которой мы живем. Потому что мы должны переносить любую культуру, в любой форме. Пусть то русская, пусть то, не знаю, йеменская, пусть то арабская, пусть то никакая. Вы знаете, самое важное, что я недавно сделал цикл, посвященный Йемену, не потому, что я хотел политически быть там, но я подумал, ведь гибнут люди. Если мы безнаказанно будем все время жить и думать, что это все прошло мимо нас, мы всегда будем страдать. А если мы возьмемся и когда-нибудь весь этот мир поймет, что признание геноцида армян это является той формой, которая после Армении это появилась гитлеровская Германия, которая нацист, которая уничтожалась. И сегодня продолжается во всем мире. Давайте будем немножко благоразумны. Если это рядом с вами дом, это не означает, что это безопасно. Я люблю вас всех. И радовались этому, что мы живы, что у нас есть рядом друзья, которые совершенно мы не по национальному признаку или признанию, а по их качеству. Я вас люблю, еще раз целую. Большое вам спасибо.